Всем привет! Вот закончились дожди, решил кустики свои опырскать. Вот, как раз покажу, как я подготовил контейнер к зиме. Вот так их сложил в кучку, близко друг к другу. Ну и все, вот так они будут зимовать. Вот. По поводу опрыскивания, сейчас обрабатываю кусты. Вот так просто поливаю. Поливаю я бордоской жидкостью. Получается, вот я осенью обрабатываю два раза с интервалом в одну неделю. То же самое я проделываю весной. Тоже еще, когда вот только почки набухают, обрабатываю бордоской жидкостью с интервалом одну неделю. Вот. Что касается других препаратов, ну тут нужно, я советую смотреть по состоянию кустов. Вот. Если там кустики у вас очень плачевно выглядят, ну тогда желательно, наверное, может обработать скором тоже два раза с интервалом в одну неделю. Получается период, когда уже начинают расцветать, распускаться почки. Вот надо начинать один раз и через неделю еще один раз. Ну, надо вообще, вот я говорю, смотреть по состоянию кустов. Ну, тут есть кое-где, да, там, показать. Тут такие вот точки, видите, вот это грибок. Ну, это не критично. В этом году было лето очень дождливое. Точнее, сначала была засуха большая, а потом вторая середина лета были дожди постоянные. Поэтому это так бывает всегда, в принципе. От этого не уйти. Ну, вот такие... Такое количество... Ну, вот точка есть. Это не страшно в таком количестве. Поэтому сейчас обработаю бордоской. По весне желательно вот эту всю листву опавшую нужно собрать, сжечь. Вот. И все будет нормально. Кусты, вообще, если им всего хватает, лето не дождливое, тогда... Они вообще не болеют. Ну, точнее, нет никаких проявлений болезней. Вот. Ну, на этом все. Всем пока.